Товарищи, мы вас приветствуем на Колхозной улице, деревня Великая Слива. Сергей Федорович. Я на работу. Пойдемте со мной. Вот, друзья, приехал к нему, привез жеребенку, его кобылка 2 месяца. Привез морковки ему, друзья мне дали. Сейчас он едет по зимой пшенице, хочет подсеять травку. Так что смотрите, будем показывать. Сергей Федорович, что вы будете сегодня делать? Сегодня мы будем праздником чистым четвергом подсеяли минеральные калийными, подсеяли травушку, нужно забароновать. Сегодняшний день должно быть поле чисто, а самое главное, чтобы была душа чиста. Тогда все будет. Мир, любовь, уважение и гармония. А Багири сегодня мы за эту работу сделали свадьбу хорошую. Видите, и кормим лакомством. Смотрите, друзья, это я приехал дать, о, у кармана, покажи, да, в кармане. Видите, видите, сейчас я руку ему, о, видите, сахар. Мне даже знают на Слуцком сахарно-рафинадном, что я захожу, говорю, мне келишки желательно. Что вы за процедурой занимаетесь, какой? Было подкормлено трава. А сейчас надо... Поставьте лошадь на нейтралку, я не успею. А в связи с погодными условиями, на нашей, на Великую Сливу, 380 дворов. У нас только с Александром Викторовичем лошади остались. Вот думаю пойти на пенсию и устроиться к ему старшим конюхом, как в детстве. Друзья, он лукавит, он на пенсии уже 3-й год. На работу ходите, его в постели забирать, хотя пришел 4 машины у него под задницей. Я не признаю того, что работать. В хозяйстве работал, чи на производстве. Приехал брат двоюродный и говорит: Сергей, я не поверю, что ты работаешь в отрасли и на одной машине. Я говорю, ну конечно на одной. И смеюсь сам. Да. Ну, сейчас ты уже минеральные унес сюда, да? Туки есть. Туки есть, да. Ну, твоя кормилица тебе спасает, да? Ну, что ж. Вы, друзья, вы думаете, он с работы приходит, он даже за стол не садится, сразу лошадь запрягая, едет в поле. Досталась мне она с городской припиской, но надо было ее перевести в сельскую. Это очень трудно. Как и женщину перевезти из города в деревню, так... У вас, Сергей Федорович, это военный хомут? Да, это военный хомут. Видите, друзья, как раньше делали. Этому хомуту лет 70, не меньше. И это покажи, с белорусской киностудии. Покажи. Все тут. Видите, как все заводское, да. И раздвигается он, да? Да, и раздвигается. И вот эти посторонки постоянно висят. Задает один товарищ вопрос: почему ты едешь, Сергей Федорович, с посторонками? Я говорю, это не посторонки, это деньги. Молодые заезжают в лес любовью заниматься. Ну. Этот хомут раздвигается. Вот, захотел. Покажи, Сергей Федорович. Вот. Он был чуть ниже. Кобыла поработала, жеребенок пососал, все худеет. Значит, раз, то чик и настроил. Вот. Как солдат сапоги. Вот, друзья, видите, как можно, как раньше делать. Почему вот сейчас? Кобыла подхуднела поменьше, да? Все. И с той стороны так, покажи. Да, и с этой. И все кожа натурально. Дождь, и погода. И вы думаете, друзья, не признается, кажется, что у человека 2 есть, но не говорит у кого. Да, военные делали. Ну, давай покажем, как ты. А вот это тоже ваше, Сергей Федорович, вон поле, да? Да, все готово, подавез. Подавез, да. И пшеница. И еще дальше там, да. А пшеницу будешь когда драпать? Я постараюсь сегодня заменить, ты, Александр Викторович, меня. Да. Ну ты был, ты делись, как агроном со стажем. У тебя же когда-то был факультет. Да, это по молодости было, да. Агрономический. За технический.
Ну я, друзья, здесь сенокосы в разных местах. Люди отказываются, молодежь дачи купляет. И в 5 местах 5 огородов. Вот сейчас спросим, вот поверьте. Федорович, сколько у тебя соток сенокоса? Ну как сенокоса? 35. 35, это 35 над ним только в уходе. Нет, Александр Викторович. Большая ложка, вот смотри. Надо интенсивную технологию соблюдать. Интенсивная трава, и все будет окей. Ну помогаю дачникам. Спасибо. Не признается. Его три огороды вообще до коса. А Федорович, это у вас який год уже сенокос? Вот это участок 4-5, а это 3-й год. О, сама травка должна... Сама травка, это специально пастбищная трава. И тут, товарищи, одна закономерность. Там, где лошадь ходит, если там остались что-то, надо убирать, чтобы она ходила. Лошадь может ходить, а конь может ходить. Нет, а корова может ходить, но лошадь ходили в пастбище. Вот так, должна все соблюдаться. Все лишнее, кучу и компост. Должно все пониматься. Ну он привычный, уже жаробка дома остается, она уже приучена у его кобылицы. Недельки две назад погоду подобрал, а сегодня подсеял клевер, тимофеевку и три в одном. И сейчас рощу заодно и побароновать, дать кислород в санитке. И вот решили, сегодня успокоилась погода, надо побароновать и закрыть одновременно. Вот, друзья, сейчас вам покажу. Травишку. Видите? О, клевер, уже... тимофеевка. О, уже лежат семена. Да. Вот все надо закрыть. Багира, ты хорошо работаешь, получай. Видите, презент. У карман лезет за сахаром. Федорович любит лошадей. Видите? Да, еще последнюю. Да ну, что ты, я полкармана набрал и последнего. Последняя только папажонка. А сахара должно хватать. Имевший свой сахарный комбинат. Да. Видите, привыкла она. Ну, добро, Сергей Федорович, работайте. Поедем мы заниматься тоже. Давайте. Давай. Счастливенько. Удачи. Не забудь Сашу шоколадку. Ну вот, друзья, только на такую деревню большую, две деревни колхоз был, и столько у нас двоих остались лошади. Встреч на моем канале. Поедем. Вот, друзья, он Сергей Федорович. Он, видите,
потихоньку придерживает и даже верхом баранует. Thank you.